Здорово, ребятки! Сегодня хочу поделиться с вами таким крутым плагинчиком. Это мастеринг-плагин от компании Alliance. Он стоит в обычные дни $149, сейчас же он абсолютно бесплатен. Вот посмотрите, здесь вот есть код, который на этапе покупки вы вводите, и в связи с этим он становится бесплатным. У кого Mac, у кого Windows, сами уже определяетесь, скачивайте, регистрируетесь, и на почту к вам приходит письмо с активацией. А теперь давайте послушаем этот плагин в деле. Не думайте, что здесь всего 4 дороги. На самом деле здесь все вот барабаны разведены по каналам. Также с басом и с гитарами обстоят дела. Это я просто для удобства в папочке уже все это упаковал. Но на самом деле можно с помощью этого плагинчика мастерить и минусовки, откуда вы там их качаете. Ну, в общем, какой-то сайт есть, не помню название. То есть обычно там вокалисты с ноутбуком могут тоже приукрасить свой звук, усовершенствовать его, довести до такого режима Pro. Ладно, давайте от слов к делу. Для того, чтобы ощутить все изменения, увидеть их визуально, нужно будет анализатор спектра какой-нибудь повесить. Я в данном случае буду использовать стандартный стоковый лоджиковский. Достаем этот плагинчик. Вот он. Интерфейс у него очень простой в сравнении с тем же Isotope Ozone, управление которым сродни управлению самолетом. И вот я думаю, этот плагин даже гораздо более интересный по саунду и гораздо более быстрее можно сделать приемлемый мастеринг. Сразу скажу, что в профессиональной среде он используется не как самостоятельный плагин на мастершине, а как дополнение небольшое. Он в цепочке лишь используется. Но я же покажу сегодня самый простой способ мастеринга с помощью использования одного плагина. Звук у меня немножко будет вестись в микрофон, так как я не стал заморачиваться с наушниками, но я думаю, вы сами можете все попробовать и посмотреть, как обстоят дела с этим плагином. Поехали! Задача, смотрите, вот здесь вот уровень RMS догнать где-то до минус 10. Соответственно, будем использовать вот этот вот регулятор. Также на выходе нужно поставить минус 0,3 дБ. Ну, это как бы вот такой вот стандарт разной акустики, чтобы не было всяких там искажений. Едем дальше. Используем стереорасширение по вкусу, но чтобы не ушло вот сюда вот и в минус 1. Добавим тончика при нехватке верхних частот. Это будет очень кстати. Можно добавить такого вот прям явного тела звуку. А теперь давайте сравним. Какую-нибудь более такую яркую часть. То есть, по сути, в этот плагин уже включена компрессия, лимитер, эквализация, стереорасширение. Ну, то, что вот необходимо на мастер-шине. Я думаю, что этот плагин более чем достоин вашего внимания, учитывая, что ценник его сейчас нулевой. Так что скачивайте, пользуйтесь. Не благодарите. До скорых встреч. Пока.